Всем привет! Всем привет! Мы сегодня наряжаем елочку. Скоро будет Новый год. Артемка и Леночка будут самостоятельно украшать елочку. Да, Леночка? Красивая? Да. Да, вот такие у нас игрушечки. Да. С какой игрушечки начнем? Green. Молодец. Какой цвет? Green. Украсили елочку зеленым. Красный цвет, да? Мы пинг пьем. Розовый, да? Да, как будто пинг. Как будто пинг. Сердечко. Так, у нас палетовый и попор. Дальше и еще. Так, сюда. Так, берем блину. Да, берем голубенькую, такая красивая, да? Голубой. Как красиво. Они такие блестящие, красивые, да? Да. Так, у нас еще есть такие волшебные украшения. Это да. Украшения необычные. Да. Это шоколадные шарики. Да. Новогодние, да? Вкусные. Да. Вы смотрите, не попутайте с Артемкой. Подумайте, что конфетка, съедите настоящую игрушку. Да. Вот это будет как смешно. Как будто конфетка на елочке. Да. Дальше зебу. Со звездочками, да? Да. Красили так нашу елочку. Смотри, Леночка, у нас еще есть тут барабанчики, колокольчики, шишки. Звездочки, елочки, кольчики такие у нас, да? Колокольчики звенят. Скоро Новый год и Рождество. Будет много подарочков, снега, мандаринок, да? Снеговички, да, красивые, шоколадные, да, вкусные, ням-ням-ням. Так, красивая елочка у нас получилась, да? Нарядная такая, красивая. Деда Мороза и Снегурочки. Все, в ожидании новогодних праздников. Дед Мороз, Снегурочка, Артем и Леночка. И все-все-все с нетерпением ждут Новый год, Рождество, каникулы. Путешествия, подарочки. Красиво как, да? Да. Волшебство вот такое это. Новогоднее. Всем пока! Пока-пока-пока! Подписывайтесь на наш канал. Ставь лайк. Давай. Еще люблю. Всем пока!